случайной связи. Теория случайной связи, она такова. О том, что случайно между собой соединяются частицы. Случайно, вы идете на улице, случайно познакомились. Потом он идет через два года, случайно. Ой, я встретил другую, все, я уже, ну извини, случайная связь. Ну, я пошел. Вы согласны такое? И я нет. И я не очень. Мужчины согласны? У вас жена говорит, извини, встретила другого. А потом случайно, через пару лет вернусь к тебе. Согласны, парни? Нет. Марьяныч, какая теория остается? Креационизма, понимаете? То есть, как бы, даже мы говорим, браки заключаются где? На небесах. Так вот, послушайте, прежде чем заключить брак на небе, надо вначале вообще-то спросить там на небе, как бы, а стоит ли это дело делать? И с тем или не тем человеком мы это объясняем и так далее. Следующее, я давайте попрошу свою жизнь.